Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Побаловец. Сьогодні Гомельщину навідала надзвичайний повномосний посол Злученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії у Республіці Білорусь Фіона Гіб. В обласному центрі вона провела кілька офіційних зустріч. За їх ходом назирала наш кореспондент Настасія Кучинська. У якості посла Злученого Королівства Фіона Гіб наведує Гомель упершиню. Свой пост яна зайняла недавно і у Білорусь приїхала тільки у гэтым годзе. Тому гэты візіт у першую чаргу азнаямленчы. Яго дипломат почала з сустрэчы со старшынёй аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам. У залі таксама старшыня гомельскага гарвыканкама Пётр Кірышэнка і старшыня камітэта эканомікі аблвыканкама Эльвіра Карніцкая. Бакі абмяркоўваюць пытанні развіцця супрацоўніцтва і магчымасці рэалізацыі сумесных інвестпраектаў. Замежную госцю цікавяць аспекты развіцця ў рэгіёне, прыватнага бізнесу і сферы адукацыі. Фіона Гіб таксама высока ацаніла праведзеную в области работу па рэабілітацыі пацярпелых ад аварыі на ШАЭС тэрыторыі. Не менш насычаная гутарка ў гомельскім аддзяленні гандлёва-прамысловай палаты. Тут гаворка таксама пра магчымыя сумесныя перспектывы. Узаемны тавараабарот гомельскай вобласці і Вялікабрытаніі ў студзені-чэрвені гэтага года склаў звыш 5 мільёнаў долараў ЗША. На Гомельшчыне знаходзяцца 8 прадпрыемстваў з англійскім капіталам. Існуюць пабрацімскія сувязі і сумесныя сацыяльныя праекты. Але гэта, верагодна, не вычэрпывае ўсе магчымасці супрацоўніцтва. Таму на сустрэчы прадстаўнікі ўстаноў медицины и культуры, бизнесу и громадских организаций Гомельщины. Размова отрымалась довольно насыщенной и за место запланованной годины заняла две. Я хотела познакомиться у якости посла с Гомельской областью, потому что это другие по величине региону Беларуси. Обмерковать пытание экономики и супрацовництва у бизнес-сферы и познакомиться с мэром Гомеля. Я являюсь назиральником на выборах, и это так само мета моего визиту. Мне вельми сподобался ваш город, я спадзяюся вернуться сюда еще раз. Официальную частку ознаемленшего визиту с подарения Фиона Гиб заканчивая в университете имя Франциска Скорины. Тут посол Великобритании выступила перед выкладчиками и студентами. Размова идет по-английски. Это такие своеобразный урок для студентов, которые выучают эту мову. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У лику официальных подей этого дня так само прием делегации казахстанского Павлодара у Гомеля. Мета поездки – активизация двухбаковых сувязей помеж городами. Покуль экономичные отношения Гомеля с казахстанскими партнерами вельми активными назвать нельга. С початку этого года взаимный товарооборот склав 6,5 миллионов долларов. Это крыху больше, как полова процента от объема внешнего гандлю предприемства у города. Сегодня на рынку Казахстана запотребованы наши мебли, шпалеры, обсталевание для чыгунки, а так само некоторые виды продукции, молоко и мясоперепрацовки. При этом удельная вага Павлодарской области у внешнем гандле Гомеля с Казахстаном зараз складает только 4%. Подчас визиту баки мають намер обмерковать новые накерунки супрацовництва, что дозволит активизовать двухбоковые контакты. Мы первый раз приехали в Гомель и для обмена опытом в сфере архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городов, ну и установить первоначальные связи для дальнейшего реализации отношений там в различных сферах уже не только в ЖКХ, но и в торговле, привлечении инвестиций. На Гомельщине протягивается дотерминовое голосование. По данным на раницу 8 вересня у делу им приняли 117 556 человек. Олег Сентюров наведал несколько участков Гомельской центральной выборшей округи. Средняя школа номер 19 – одна со старейших у Гомеле. И она была побудована ровно 80 годов тому. Кольки за этот час тут проведено выборов разного уровня, зараз уже и не подлечить. Дотерминовое голосование по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Беларуси 6-го скликания на участку проходит без проблем. За два первые дни дотерминового голосования удел у выборах на Гомельщине приняли около 10% жихаров. Причины у каждого разные. Некто у выходные будет находиться на даче, некто на своих працовных местах. Але принять удел у выборах необходимо обовязково. У речи это политическая кампания державного уровня, от выников якой будет залежить будущее нашей краины. На протягу усяго дотерминового голосования за его ходом уважливо сложить наглядальники. Их колькость час от часу изменяется, але несколько человек на участку находится постоянно. Пока наблюдатели нам не высказывали своих жалоб, в настоящее время все проходит в тихой, спокойной атмосфере.
Участок номер 8 Гомельской центральной выборчей округи, размещенный на территории акционерного товариства «Коминтерн». Правда, ни вытворчему, ни выборчему процессу этот факт не перешкаджает. Сярод жыхароў навакольных домов у основном люди сталага ўзросту, для яких гэтыя выборы не першыя, а таму да галасавання яны падыходзяць з усёй адказнасцю. Наглядальнікі констатуюць, усё адбываецца ў рамках дзеючага законодаўства. Я вот уже 30 дзень здесь, как наблюдатель, то вижу, что наш народ исполняет свой гражданский долг достойно, с честью и совестью. И нарушений я здесь никаких не заметил. Не знаю, может, на других участках что-то бывает и похоже, но у нас все очень хорошо слажено. Участок номер 1 Гомельской центральной выборчей округи. Основная колькость зарегистрованных тут выборщиков – жыхары приватного сектора. 11 вересня яны будут находиться у Гомеля, тому подчас дотерминового голосования людей на участку не шмат. Что тем не меньше, не выключая постоянного надзирания за ходом выборов с боку представников працовных коллективов, политических партий и громадских организаций. Они присутствовали полностью, значит, на протяжении всего времени для голосования, то есть начиная с 10:00 до 14:00, затем 16:00 до 19:00. Замечаний от присутствующих наблюдателей в адрес работы участковой комиссии не поступало. У 10-й Гомельской гимназии для проведения дотерминового голосования отвели один из кабинетов. Калі меркаваць по тем факте, что с биографиями кандидатов, якія размещены на специальном стенде, практически никто не знакомится, можно сделать вывод. Пераважная большинство местных жыхароў свой выбор уже сделала. Наглядальник от партии «Справедливый свет» Игорь Новик на участку находится с самого початку дотерминового голосования и фиксует все подробности выборчего процесса. Голосует свободно, все здесь прозрачно видно. Подходят, кому нужна помощь, тоже оказывает комиссия, особенно если нужно кому-то со зрением или еще что-то. Записываются тоже на выходные, кто не может в состоянии прийти, или больные люди, тоже приходило два человека, записали своих родственников. А так вроде бы все в порядке, все хорошо, выборы идут. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В Будакашалёве сегодня принимали подарунок от Министерства обороны Республики Беларусь. У городе заявилась самоходная артиллерийская установка часов Великой Отечественной войны. И она пополнила музей военной техники под открытым небом. Подарунок примерковали до Дня танкистов, який штогод означается у другую неделю вересня. Музейный постамент стал даниной поваги героизму 241-го танкового полка, який у листопаде 43-го года вызволял Будакашалёва от немецких оккупантов. Самоходная артиллерийская установка створена на базе танка Т-34. Яна ни у чым не саступае яму ў памерах, а па магутнасці зброі нават пераўзыходзіць. Галоўнае адрозненне – не мае паваротнай вежы. У газете недавно я вычитал, когда в Ленинграде во время обороны командир этой пушки КВ Тим Ворошилов уничтожил один 42 немецких танка и бронемашин. Так что это была самая сильная наша гордость нашей армии. В дань памяти тем людям, которые принесли победу, в том числе освобождение городу Будакашалёва, в дань памяти народу этого замечательного города, который чтит эту память, который создает обелиски, монументы, которые позволяют подрастающему поколению гордиться этой победой, ценить эту победу и любить свою родину. У Гомеля презентовали новое выдание об маловядомых сторонках Великой Отечественной войны. На этот раз оно просвечено деятельности одного из разведывально-диверсийных отрядов Народного комиссариата внутренних справ. По словам автора, гомельского журналиста Миколая Дзямчыхіна, идея написания документальной повести народилась после встреч с былым бойцом спецотрада «Славны» Алексеем Пимановым. Неглядяши на то, что Великой Отечественной надрукована шмат книг и снята великая колькость киностужек, мы до этого часу не ведаем усёй правды об войне. У значной ступени это тычется формирования, у якіх были створены Народным комиссариатом внутренних справ. Разведывально-диверсийный отряд «Славный» у боевых шлях по оккупированной территории накировался в 1942 году с Браншины и прошел по Гомельской, Минской и Гродинской областях. Для сбора необходимой информации потребовалось несколько годов. Встреча со сведками тех подей и работа в архивах. По том, что сохранилось в музеях, в Могилеве, отряда «Славный» в Москве, вот по крупицам материал этот был собран. Хотелось написать это все попроще, для того, чтобы было понятно детям и подросткам.
Вот. Ну, получилось или нет, это судить читатель, но я думаю, что получилось. Инспекция Министерства по податках и сборах по Гомельской области и Управление адукации Гомельского облвыканкама почали совместную акцию по повышению податковой письменности у навучальных установок региона. Сегодня она прошла у Гомельском областном лицее. Областный лицей для старту акции обраны не выпадково. Амаль полова его навученцев является уродженцами района у Гомельской области, а тому смогут распаусюдить отриманные веды и на своей малой родиме. Формировать податковую культуру и выховывать законопослухмяных громадян необходимо со школьного возраста. Але покуль такие уроки в программе не предугледжены. На думку наставников и работников инспекции, проводить такие встречи можно с вучнями пятых и больше старших классов. Головное – донести думку об тем, что без наявности податков не может быть и самой державы. При этом податковые инспекции вырешили отмовиться от звычайных лекционных занятков. Уроки податковой письменности будут проводиться в гульнявой форме. Причин для больше грунтованного засвоения материалу Галиновое министерство выдало специальный сборник казок. Есть же сказки, да, про Колобка, про Красную Шапочку. А в налоговой инспекции выпускается сегодня книга, сказка о налогах. Если есть у кого-то желание, мы можем так вот. Да мы сегодня будем, в принципе, раздавать учащимся эту книжку, чтобы они могли не только ее сами почитать, а могли где-то даже поколению гораздо младше себя ее дать, и чтобы детки получали первые азы именно этой налоговой культуры. До інших тем. Браконьерство семейным подрядом. У Гомеля до криминальной отказности притягнуты мужчины и женщины, которые разом занимались незаконной рыбной ловлей. Пару затримали сотрудники аховы живельного и растительного света как раз у той момент, когда лодка браконьеров пришалила до берега с уловом. Факт порушения природоохранного законодательства был выявлен на так званом Абкамовском озере. Браконьеры действовали осторожно. Мужчина ставил сетки и уздымал их, а женщина с берега сошила за становищем. Зловмисники были здивлены, когда их затримали природоохранники. Улов браконьерской пары потягнул на чверть центнера, а сумма, нанесенная на вокольному осяроддю шкоды, склала больше за 4 тысячи деноминованных белорусских рублей. Супраць порушальников распачата криминальная справа. Им погрожают штрафы и позбавление воли термином до 3 годов. У нас именно с участием лиц женского пола и первый случай. Они ловили тремя лесковыми сетями, запрещенным орудием любительского рыболовства, с использованием резиновой лодки. Гражданин сам осуществлял изъятие сетей из воды, а гражданка с биноклем находилась на берегу. У Гомельском областном центре Олимпийского резерва по легкой атлетике сегодня отбылись урочистости с нагоды початку нового научального года. Посвящение о присвоении спортивных званий, подарунки за высокие достижения, а для самых юных выхованцев установы – уражение от встречи с удельниками Олимпиады. Подробности в материале Дмитрия Котова. Гомельский областный центр Олимпийского резерва по легкой атлетике створен в 2007 году. За неполное десятилетие выхованцы установы не одной чегодно представляли в область на республиканских и международных стартах. Трем спортсменам присвоено гоноровое звание «Заслуженный майстер спорту». Еще 9 человек стали майстрами спорту международного уровня. Новый научальный год распачался маль для 300 ребят, больше из яких их головные старты чакают напереди. С каким багажом идем мы в этот год, в принципе, видно. Мы отработали неплохо, это касается разных звеньев подготовки и среднего звена, там ребята стали победителем спартакиады Республики Беларусь в командном первенстве. Что касается следующего года и следующего четырехлетия, можно сказать, то оставаться при таких же планах, в принципе, активно сотрудничать с нашей федерацией, Белорусской федерацией легкой атлетики. Головный выник упартых тренировок – выступления на олимпийских гульнях. На головных стартах 4-годия у Рио-де-Жанейро у складе национальной сборной были 5 выхованцев областного центра. Сярод их и Катерина Поплавская. Зараз она, до речи, находится у отпуску, однако от встреч с начинающими спортсменами николи не отмовляется. И она делится уражениями от олимпийских баталий и мотивует будущих зорок спорту пленно тренироваться. Ну, это, во-первых, интересно. Это где-то за границей, международный старт. Много новых людей, много нового и интересного. А бесценный опыт это в том, что это международное все-таки соревнование, это не республиканский уровень. Это очень престижно.
Еще одна знаковая подія – подарунки спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения. Четырем спортсменам вручают посвящение майстров спорту, отримливая его и Кристина Концевенко, якой усяго 16 годов, что для легкой атлетики довольно незвычайная з'ява. Зараз для Кристины и усіх гэтых ребят начинается отлик нового периода у их спортивном житті. Напруженная праца и жадание отшуть смак перемог обовязково приведут на самые высшие ступени пьедесталу гонору. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.